Приветствую, друзья. Меня зовут Александр Андрущак. Я работаю капитаном. В море провел 20 лет, 10 из которых на должности капитана. Я хочу вас пригласить на курс, посвященный физическому состоянию и уровню энергии нашего тела. Ведь море – это очень специфическое место работы. И я это говорю, исходя из своего личного опыта. В 33 года я ощутил на себе, что уровень моей энергии упал, а физическое состояние моего тела начало ухудшаться. И это кардинальным образом повлияло на качество моей жизни, как на борту, так и дома. Мне всего 33 года, а у меня нет энергии на себя, я уже не говорю про семью и про желание развиваться по карьере. Но такой поворот событий меня вообще не устраивал. Я начал искать ответы на вопросы, что мне делать, как мне наполниться энергией. Испытал на себе много практик. Отказался от алкоголя и сигарет, начал заниматься спортом, делать утреннюю зарядку, выстроил режим питания, режим сна. Испытал много практик. Я работал на уровне разума, души и тела. И вот прошло 7 лет. Мне сейчас 40 лет. Моя жизнь изменилась кардинальным образом в лучшую сторону. Я чувствую себя наполненным энергией. И я хочу поделиться своими практиками, результатами, которые я наработал за 7 лет на курсе My Energy. Хочу передать тот алгоритм действий, которым я наполнен. Я верю, что каждому под силу изменить свою жизнь к лучшему. Достаточно только приложить к этому осознанное внимание и усилия. Все в наших руках. Поэтому до встречи на курсе My Energy. Я уверен, что оно повлияет на вас кардинальным образом, и вы сможете наполниться. До встречи.